Здравствуй, зритель дорогой. Если ты любишь технические не очень покупки и всякой такой сладкой еды, то welcome to hell. Если нет, вали. Никто не держит. Короче, тем, кто любит, сейчас я все покажу и расскажу. А то, что конкретно покажу, это я уже отдельным видосом запишу в технический свой плейлистик. Короче, начну вот с этой штуки. Вообще, можно сказать, первый попавшийся, ну, из того, что было в DNS, это было вот примерно так вот, как я хотела. Конечно, дешевый, 250 рублей, чуть было не сказала, 250 миллилитров микрофон, Iceline, Амик, наверное, 7, прищепка. Китай, конечно, что у нас в Китае не делается, только то, что делается в России, какая-нибудь молочка, да? Хотя, возможно, какая-нибудь молочка из Китая до России доходит. Кардиоконференции, голосовой чат, многопользовательские игры я не юзаю, но мне нужно что-то такое, что можно подключить к Соньке и сидеть, допустим, писать какой-нибудь тот же АСМР, если вдруг мне приспичит, или просто какой-то обзор, а на улице будет до хрена шумно. Ну вдруг опять эти дети захотят поорать под окнами или какие-нибудь алкаши по вечерам, что тоже бывает. Ну или мне вдруг приспичит что-то на кухне написать, только чтобы вот вдруг мне приспичит какой-то СМР записать, да? И я решила пока ограничиться таким обычным, дешевым, самым, блин, дешевым. Нет, не самый дешевый, там самый дешевый был 199 рублей, и он был без вот этой волосатой фигни. Это вообще на самом деле не волосатая фигня. Мне его проверили с камерой как раз. Штекер там вот. Я вообще сначала не хотела покупать микрофон, думаю, у меня два микрофона, я сначала их поюзаю, посмотрю, как это будет выглядеть. И если вдруг они не подойдут, тогда уже куплю то, что подойдет. Потом подумала, что ну как бы, если оно будет в наличии, почему бы и нет. И кучу микрофонов перечитала. Вот тот микрофон, который как бы мне даже девчонки в Кацеира, в личке, как его, в флудилке ВКонтакте написала, что волосатый микрофон, если в него там потрогать, то будут какие-то офигеть эти самые АСМРные звуки для любителей АСМР, но я решила, что моя мечта исполнилась благодаря лично мне. А кому хочется волосатый микрофон, то ссылка в инфобоксе на донат. Там хотя бы не написано, что сейчас вот я не стала переделать кучу этих своих 800 с лишним видосов в инфобокс, что там типа на конкретно что, это там написано поддержать канал. В принципе, поддержать канал — это и есть поддержать канал. А мне тут уже поддерживали канал, закинули монетку. Частично вот это, скажем так, да, спасибо человеку. Ну, суть такая, что в контактовой группе там висит сейчас передела не на стримы, а на вот конкретно микрофон. Если кому-то надо вот именно такой вот АСМР с этим микрофоном, то welcome to hell, донатьте. А пока я вот чисто себе и купила вот такую штуку. Мне было интересно, что это за волосатая фигня, точнее, вот поролончик, тут прищепочка такая, проводочек и штекер. И по ходу дела, как мне сказали в DNS, штекер такой же, как вот, в принципе, обычный штекер. Может быть, он в телефон вставится. Не до конца. Может, телефон какой-то другой длиннее штекерная. Ну, короче, не суть. Мы его протестили с моим счастьем и продавцом, и оно работает. В общем, вот я купила себе микрофон. Это одна из покупок, да? Потом вторая покупка, внезапно, она была дешевле, чем транс, забыла, как эти флешки, у меня такие флешки уже, одну флешку мне дарили на серебряная даль, на какой, за третье, что ли, место по прозе, или что-то такое, или за второе, я уж не помню вообще, какое место занимала, но какое-то одно из трех. И такую же я покупала, помню, себе, но одна у меня у родственников, все никак достать не могу. А одна, вот другая до сих пор жива. Это серебряная пыль была, наверное, в 2011 году, хрен знает сколько лет назад. Короче говоря, вот у меня с этой серебряной пыли, та подарочная флешка до какого-то там места, вот до сих пор жива, и она функционирует. Той самой фирмы. А Kingston мне тоже очень нравится, у меня тоже есть флешки. Там, по-моему, одна из первых флешек еще от первого цифровика, и тоже вот этой фирмы. Тут у нас карта памяти Kingston Micro CD HC32 гига класс 10, как раз то, что надо. 970 рублей, вот я так, ну, продавцом сказала, что, говорю, мне еще надо карту памяти, он мне, значит, эту карту памяти сказал, ну да, вот только 10 класс, я говорю, знаешь, что 10 класс, я посмотрел, какие у них наличия были, вот одна была такая, другая дороже, 1200 с чем-то, но не той скорости, как надо, и в итоге он мне поставил вот эту вот, и вот я ее приобрела, она у нас 970, как я уже сказала.
На это все счастье, по-моему, дается в DNS. Вот мне чем понравился DNS покупать там 2 недели на юзабельность. Если вдруг оно сдохло за 2 недели, то ты можешь это обменять, как у меня было с мышкой свеновской, которая, как я купила, она уже не работала. Я на следующий день поскакала к ним туда, и они мне предложили или обменять товар, или вернуть деньги. В общем, это респект DNS. Конечно, хорошо было бы, если в нашем DNS, помимо двух, я думаю, может, на сайте это написать предложение, что в углический DNS на Бахаревой, DSN, DNS, надо как бы еще какого-то менеджера, продавца, потому что я минут 10, если не больше, торчала у кассы в ожидании, когда за меня заметят и обслужат, и выдадут мне то, что уже как бы предоплачено, и то, что на 2 с лишним дня еще при этом задержалось. Но не суть важно. А теперь переходим к сладенькому. И не совсем. Конечно, я подозреваю вангую. Раньше не понимала это слово, теперь понимаю. Вангую. Благодаря тифаретнику узнала это слово вангую. Сейчас я вангую, что 50% смотревших будут кидаться тапками. Люди, если вы слабонервные, и ваших котиков вы кормите чем-то другим, а не тем, чем я, и вы уже знаете, чем я его обычно иногда кормлю, то донат под каналом. Котику на мясик, а лёлику на чай. Короче, купила я пару пакетов. Хотела вообще сначала большой, мне этого большого. Ну, из-за того, что мы еще в деревне с ним были, он там мышек жрал, не только корм. В общем, хватило нам что-то 1-2 месяца с ним. Может, чуть больше. Ну, я что-то сначала хотела большой купить. Сейчас зевну. А так как мой заказ наконец-то доставили, не прошло и 300 лет. Откуда везли, вообще не представляю. А учитывая, что это вообще последний, единственный экземпляр на всю Рашку был, на весь DNS, DSN или как он там, то тут, наверное, где-то ведь написано должно быть. Что это за магазин-то? DNS, DSN, ну хрен с ним. У меня тут карты, теперь их есть. Только странно, на сайте, когда делала заказ, мне сказали, что здесь попадала под акцию, где 10% от цены должно было баллами вернуться. Предложили на сайте прямо сделать эту карту. На эту карту должны были эти баллы записаться, но никаких баллов не записалось. И с этой покупки у меня тоже никаких баллов тут не записалось. В чем прикол, не знаю, ну да, я не жадная. Пусть сами пользуют мои баллы. Короче говоря, и в общем... Так как я не уверена была, что мне сегодня именно доставят то, что обещали, потому что обещали доставить в 7 часов вечера позавчера, то я планировала тупо купить коту большой пакет. А потом думаю, ну блин, тащить, то все как-то это... И решила, что куплю ему 2 разных пакета, и как бы у него там еще помимо этой еды, если что есть, там и рыбка у него лежит, и сам выпросил, и сырок. Но, как я поняла, сыр он кусочек сожрет, потому что вот от жадности хозяин ест, хочу тоже. Дашь ему кусочек сыра, он маленький такой сожрет. А потом еще выпрашивает, и вот сыр у него лежит, он его не ест. Простоквашка у него там лежит, молочко, чего у него там только нету. Ну и в довесок, потому что мы некоторые корма не жрем, особенно супердорогие, почему-то мы выпендриваемся. Какие-нибудь средние дорогие, тот же китикет, то мы жрем, можем пакет большой сожрать за месяц, за неделю, за 2, то можем вот так вот ногами трясти и не есть ничего. В общем, купила я ему проверенное люлей. Каждый день сухой корм. Корм сухой для кошек с витаминами и микроэлементами, с говядиной. 400 грамм. 33 с копейками. Если грубо говорить, 33,90. У меня хорошая иногда память на цифры. Так. Еще один с рыбой. Такой же. Поповольные, конечно, могут вопить, что это химия, это жрать нельзя, но все вот эти корма, они как бы, ну, не натуральные там. Вот если хотите, что кто-то мне вопил, что здесь всего натурального, и всего натурального, так тупо сварите рис своей кошечке, пусть она его сожрет. Как-то вашему бюджету экономнее, и кошечка сорет чистый рис. Мой котик, по-моему, чистый рис не жрет, вообще рис, по-моему, не жрет. Одно немного, чего он не жрет. Вареный лук, рис. И, по-моему, картошку, но картошку он у меня только тушеную ест. Причем без разницы, есть там мясо или нет. Еще я в Атаке купила себе. Давно я хотела какую-нибудь шоколадку. По скидке 36 рублей с копейками, по-моему. Она мне раньше очень нравилась, потом что-то меня с ней, ей попустило. А тут я увидела, и что-то из всего, что я увидела, меня зацепила только она. Я решила, почему бы и нет. Срок годности у нее нормальный, до 14.07.19 и 14.07.18 рожденный. 90 грамм тут кофе с молоком, молочный шоколад с добавлением кофе. Состав: сахар, какао тертое, какао масло, молоко сухое цельное. Так, и обезжиренное в скобочках 10,3%.
Сыворотка молочная сухая, кофе растворимый 3,5%, молочный жир, соевый лецитин, плюс Е476 и усё. В принципе, неплохой, нормальный состав. Россия, шедрый душа. А еще я себе купила, то ли он по скидке был, то ли он так и стоил, хз. Не помню, что-то 40, что ли, рублей. Что-то у меня вообще все это вышло на 148 с копейками, если я не путаю. В чек мне лень лезть, он у меня где-то там на глубине сибирских рук. Рут, в общем, Марс Макс, оказывается. Я что-то даже не глянула, что он так назывался. Я думала, это просто двойной какой-нибудь Марс. Теперь двойная порция позитива. Эгегей. Так, это у нас до 14 марта следующего года. И 16.06... всего годы рождён. У меня как раз осталось 6 страниц тайпа. Я сегодня заметила, что у меня целый час уходит на страницу тайпа. Это уже как бы в фотошопе, это уже как бы прогресс, а не целый день на одну страницу. Ну, с перерывами там найду. Тут без перерыва, но как-то вот планирую я сегодня, наверное, всё-таки добить этот тайп. Я ещё впряглась взять, ну, как бы... Лёле своих читателей не жалко. То, что там она тут с марта месяца... Тамуру не может выпустить, вот все никак не доделает, вот сегодня, надеюсь, доделаю. Это одно, то, что она обещала за лето, за полтора месяца выпустить третью главу Тарт, тоже это, но как-то не получилось, там то все пятое-десятое, еще одна Фрям мне мозги повыносила, ну сами уже, кто знает, тот знает, кто не знает, ничего такого не пропустили. А вот то, что Пуджика, ну короче, ребята, если среди вас есть кто-нибудь, кто любит английский язык, корейский или японский, то в нашу команду требуется как минимум 2 переводчика. Потому что 2 от нас линяли, как обычно, от нас вообще что-то как-то не линяет. Сначала приходят такие, ой, мы хотим переводить. Типа, я хочу переводить ёжика, давай Лёля упрём ёжика, а потом Лёля это ёжика обратно припрём. Потому что я хочу переводить, и... сливается под какими-то предлогами. Короче, если вы очень любите мангу, или просто любите мангу, если вам нравится сёдзи, то welcome to hell. У нас там как раз 2 минимум пустых места переводчика, ещё кажется, или клинер, или как-то так. Кто-то ещё свободен. В ожидании мы там чудо. В общем, вот я себе марк приобрела. А ещё я иду, значит, так это, вещи запаковала... пакеты, что-то смотрю, такой магазин какой-то новый, не пойму никак, что такое, как название не помню, чек у меня, конечно, остался, вот самый плюс. Я в курсе, что вроде как ввели закон с какого-то там лета, в смысле с лета этого года, с какого-то там дня, с июля вроде, что обеззаловка для всяких таких маленьких магазинчиков, включая именно маленькие магазинчики, принимать оплату картами, и вот там есть оплата картами. Там всякие узбекские, казахские, хз, в общем, всякие там такие гранаты, не гранаты, всякие приправы, орехи, сушеные фрукты, прочая требуха. И вот за 200 рублей я купила пастилы себе, 2 штуки разных. Я считаю, что вполне себе даже недорого, учитывая, допустим, ту же самую цену пастилы в той же Коломне. У меня тут этот пакетик, это так я себе купила. И кот его еще не успела разодрать, я успела вовремя отсобачить у него этот пакет, потому что он унюхал свежий новый пакетик, и ему не хочется старый уже дожрать, ему хочется новый разгрызть. Тот пакетик он у меня разгрыз, когда я что-то делала, причем через пакетик в пакетик, и захавал. И так я оставила в пакете, и так он что-то с деревни он начал у меня жрать, любить жрать корм не из мисочки, а из пакетика, именно корм из пакетика, а все остальное из мисочки. В общем, мне выдали халявный пакетик. Вот халявный пакетик. А, вот чек-то там как раз. Может, сейчас название узнаю. Нет, тут только фамилия. Хусенов. Ш.С. Индивидуальный предприниматель. Причем зарегистрирован он в Москве, улица... Ну, не будем говорить. Мало ли чего. 200 рупий сумма. Оплачивала картой. Чек, иди туда, я когда-нибудь тебя запишу. Да, я веду себе подсчет этих, что я потратила куда. Иногда каждый день записываю, если трачу каждый день. Иногда у меня накопится до хрена чеков. Я сижу, думаю, блин, куда хоть у меня деньги-то девались? А они вон куда девались. Короче, что же я тут купила там? Я хотела какую-нибудь вишневую или там черничную пастилу. Но там было тупо виноградное. Причем виноградное иногда с ароматом кого-то, типа виноградное. Потом персиковое, абрикосовое, яблочное и очень-очень много гранатовой. Никогда гранатовую не пробовала. Посему и приобрела. Короче, вот такая вот штука. Пастила фруктовая, персик. Экологически чистый продукт. Больше ни черта тут не сказано.
А, значит, абрикосовой там не было, там был персик только. Только персик. А еще вот такая вот. Гранат. Экологически чистый продукт. Фруктовая пастила. Срок годности до... В общем, сделана она, вот в отличие от этой, тут ни хрена не написано, с 13.07 сего года до 20 декабря сего года. В общем, попробую я эту гранатовую пастилу сегодня. Вот она. По 100 рублей за штуку. Кажется, что вот это как бы потолще, но она как бы покороче. Не знаю, я их еще не взвешивала. Но вот они там гранатовые, вот такие, как-то вот. В общем, вот такой у меня обзор полутехнической жратвы. Мне там в камере записали, что жратва, я понимаю, что как бы ты же, девушка, слово жратва говорить неприлично или типа того, неправильно. И когда я читаю в комментах иногда жратва относительно моей жратвы, то мне как-то это некомфортно. Я буду стараться говорить еда. Гомен на сай. Дорогой зритель, чуть не сказала читатель. Меня тут прикрыло Бакуманом, третий сезон уже смотрю, я его потом, наверное, обозрю в этом в плейлисте по манго-аниме. Ну, как-то... Это я зашла просто сюда, вот так вот, сравнение. Ну, оно мне как-то напоминает то, чем мы обычно занимаемся, то бишь сканлять. Ну, короче, как бы про Бакуман расскажу потом. Я думаю, это я, слава богу, все, наверное, уже смотрели, ну, кроме меня и одного товарища, как выяснилось внезапно. Ну, короче, если Василий сей видос до конца. Заразились, а да, кстати, я знаю, что меня как минимум 2 или 3 человека из Угличи смотрят. Угличане, если вы любите вот эту хрень, а ну валите сразу в Атак. Там вот не в самом Атаке, а вот один из магазов, видимо, выкупился, выпилился, самовыпилился. И в нем теперь вот в его здании вместе есть вот это вот... фиговинка. Я не знаю, как они называются, что-то не глянула вообще на совершенно название, но на продавца я спросила, давно ли вот тут, он сказал недавно. Я так поняла, может, неделю уже как. Короче, там сначала заходишь, по левую руку вот эта вся фигня, там банкоматы какие-то, деньгу положить на телефон, эти сумочку поставить, налево пойдешь, вот так попадешь, направо пойдешь, аптека, Билайн, там то ли золото, то ли еще какая-то требуха, и вот где-то между шмотками и аптека Билайном как раз вот эта вот сладкая хрень. Там очень-очень много всего, там вообще настолько такой выбор нереальный. Ну, мне как-то ничего такого не надо было, никаких-то там приправ или еще что-то, сухофруктов. Я что-то вот тыркнулась на пастилу, думаю, а что бы и нет. А потом думаю, а правда, а что бы и нет. И взяла, и цены на ней не было, но я спросила у продавца, когда он на меня обратил внимание, когда от него все уже свалили. Я спросила, он говорит, 100 рублей за штуку. Не за грамм там или еще что-то за штуку. Там есть, кстати, халва всякая разная, молочная халва, узбекская халва, хрен знает какая халва. От 50 рублей за 100 грамм. Любая халва 50 рублей 100 грамм. Вот как-то так. В общем, всем спасибо, кто осилил. Осиливайте все остальное тоже. Всем пока.